недавно, несколько лет назад, о испанском фигурном катании вы просто ничего не слышали, а сегодня об испанском фигурном катании все только и говорят, потому что испанец Хавьер Фернандес блестяще сегодня выиграл. Впервые стал чемпионом Европы, причем в произвольной программе у него было 3 четверных прыжка. 1 четверной тулуп, 2 четверных сальхова, причем один из сальховов в каскаде с тройным тулупом. Продемонстрировал подавляющее преимущество над всеми соперниками и абсолютно заслуженно впервые стал чемпионом Европы. Я думаю, что премьер Хавьера должен помочь и Сони Лафуэнте выступить достойно в произвольной программе. После короткой программы она занимает 11 место. Чуть-чуть опережаем нашу Николь Досвияни. Ну что ж, как вы видите, не только дурные, но и хорошие примеры бывают.